Ну что, макивара, специальной сумки. Сейчас увидите все в режиме реального времени, как это происходит. Как сказал один небезызвестный человек, который тоже лысый, как и я, вот макивары Шилова, обязательно покупайте, обязательно. Лучшие макивары в мире. Это настоящий. Все. Видите, насколько быстро это происходит? Все. И все плотно. Ну а теперь вопрос, как макивару снять? Вот. Тогда можно делать пряжку вот так. И второй, вот он. Оттягиваем. И все. Разработали такую, чтобы это удобно было. Кивара изумительно залезает. Остается место для перчаток здесь. Я их просто сегодня с собой не взял сюда. Вот. Сюда кладутся шингарды, что-то еще. А вот эти вот отделения, кто-то кладет воду, кто-то кладет бинты, кто-то кладет ремни. У меня тоже ремни здесь. Еще у меня с собой, знаете, что здесь есть? Еще у меня здесь с собой есть скакалочка. Но я ее сейчас использовать не буду. А вообще это делается вот так, чтобы было понятно. Вот и все. Вот таким вот образом. И можно идти тренироваться.